наш водила. Шоферюга знатный. Одинокий пассажир Ира, который борется со сном. Я не сплю. Я волнуюсь по поводу бензина. Вряд ли оно будет видно, к сожалению. Говорю, что это для нас не страшно ехать по мелким ямкам. Там слева вот там озеро красивое. Первый мировой? Да. А там ворота, что ли? Ну, предлагают тут покушать, да? Еще раз прыгаем. Надо в движении поставить. Все. Он сфоткает. Нормально. Размазанный. Гениальный фотограф. Ты гениальный фотограф. Да, ржака вообще, пипец. А это... Что-то делает в кукурузе. Синяя кофточка. Дай! Красота! Это же можно не варить, откажу. А уже. Да, нахрена мы куртку брали? Оно такое болотистое. Да, да. Слышите эхо? Мне кажется... Эхо! Мне кажется, оно зарастет. Ого! Туда причем отходит. Не, что, тут можно, наверное, плавать? Ну, сюда вот, если вы можете... Ну, знаешь, попасть. Здесь галим, а вот... Говно! Ну, чуть меня. Оля, Оленька, вряд ли нас мы снимаем на камеру. Да? Да. Березка! Эй, Ира, что ты делаешь? Что тебя раскорячило?
Нижний брейк. Так, оп, застыл. За чудесный день. Что за валяние меня по траве? Раз. Пойдем. Центр. Так, все, давай договариваемся на центровую. 57 пасов. Все, работаем. Все, разошлись. Пошли. Давайте. Вот это будет завершающий кадр, видимо.